Leões. Не дают полноценно вести тренинг. Потом более тщательно на них. Жим сидя, вернее, подъем на бицепсы и жим сидя гантели. Оно такое проверочное, которое показывает, насколько я готов. Начинаем с простейших весов. 6 килограммчиков. Потому что важно прогнать кровь. И на двадцаточку. Следующий вес 8 килограмм, также разминочный, когда плечи травмированы, важно их хорошенько размять. Следующий вес более солидный, 15 килограмм. Есть. Такое большое количество повторений, 15 раз, нужно для того, чтобы хорошенько размять плечевые суставы. Иначе на больших весах, там, где плохо размялось, сразу начинают болеть, рваться,
растягивается. Есть. Вешаем 20 килограмм. Основной рабочий вес, с которым будем работать, два подхода. Итак, 20 килограммов. Вес солидный. Первый есть. Чтобы идти вперед, надо наращивать и веса, и повторения. Я на предыдущей тренировке поднимал этот вес по 8 раз. Два подхода 20 по 8. Но предыдущие 15 килограмм я поднимал по 10, 2 по 10. Сейчас я поднял 2 по 15 раз, 15 килограмм. И вот, продолжаю удерживать 20 килограмм на 8 раз в первом подходе. И вот последний, заключительный. Попробуем мобилизоваться и сделать на 1-2 раза больше. Без подобных мобилизаций рассчитывать в росте силы и мышечной массы трудно. Раз. Это хорошо. Левая и травмированная, и отстает. Но тем не менее, надо давить. Начинаем новое упражнение. Жим лежа, которому, собственно, и разминались. Опять с небольшой разминки.
движение жимовое у меня не полное. Потому что плечи травмированы. И при полном начинает болеть. Ставим 70 килограмм после полтинничка. Итак, 70 килограмм. Осилили. Второй подходик. Третий подход. Есть. Есть 4 по 10. Так как в жиме лежа у большинства слабый дожим, я буду тренировать именно дожим.
с большим весом. На штаны чуть более 110 килограмм. Так как на штангу не хватало блинов синеньких, полностью заполнялся пространство на грифе. Пришлось вот эти блины сделать специально. Каждый блин весит чуть больше 35 килограмм. Итого тут 110 слишком. На десяточку. Вот это я даванул. Ёкарный бабай. И заминочка. Поставим килограмм 70. И сделаем. Подходит сброс напряжения. Один подход. Thank you.
В заминочку делаем с весом 70 кг. После дожима с большими весами в районе груди, плеч, то есть плечевых суставов, создается огромное напряжение. Вот, его надо рассеять. Если это дело не сделать, то здесь могут быть спазмы. И дальше, естественно, наблюдаться боли. Возникать мышечные желваки и травмы. Поэтому надо обязательно разрядиться после таких мощных жимов. Таким небольшим весом с полной амплитудой. Приступаем к рукам, к банкам. Как всегда, все вновь начинается с разминки. Потому что в пожилом возрасте травмы, не те сухожилия, не те волокна, не та эластичность, и начинается проблема. Еще один разминочный подходик.
кровь пустили по банкам. Приступим к более существенным весам. С 8 килограмм переходим сразу на 15, а на трицепс на 10. Итак, 15 килограмм. Да. Яна ела абрикос. Чего? Яна ела абрикос, говорит. Хорошо, хорошо. Да. Слушай, хорошие абрикосы, и на этой обломанной ветке она там не-то упала. А пусть дозревает и будем есть. Да. Абрикосы! Муртик, иди сюда. Муртик! Мурзик, я тут. Мурзик. Мурзик. Я вот.
чего? Пришел сюда, лег и спит. Нет, просто. Лишнего ты себе позволяешь, да? Можешь смело ночевать, я тебе доверяю. Фух, ну десяточку. Этим бьюнем по десяточке, этим и все. Хорошо, сегодня такая хорошая тренировка. Тебе надо не пить, отдохнуть. Если качать, то что-то другое. Печень как-то больше отдаешь, а то днем что-то не особо тонуса нету. Сжимаешь так их. Особенно там, где пломба чуть выступает. Насколько правая сильнее, смотри. Так, нас уковыряешься и цмыкаешь. Ну и все. Вот и все.